10 секунд, темнеет. Чисто. Не стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу! Прием! Вся ко мне! Понял. На лестнице чисто! Последний раз. В коридоре все чисто! Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б-6, у молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Укрофт, Гриффин, прикройте 6-го. Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Справа все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. Нейтрализован. В коридоре все чисто. Идем дальше. Проверить углы. Проверить углы. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Вспышка. Пошли. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! По фронту все чисто. Террористов не видно. Идем дальше. Так держать. Все тихо. Быть начеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше.
По фронту все чисто. Пошли! Справа все чисто. Слева все чисто. Быть начеку. Ждать моего сигнала. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли! Террорист нейтрализован. Доложите обстановку! Все чисто! Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка мимо. Нам лучше уходить. Соу, хватай декларацию из ящика, быстро! Да, всем на палубу, бегом, марш! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник... Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Черт, что это было? Корабль тонет! Пора уходить быстрее! Б-6, отвечайте, черт возьми! Отвечай, Б-6, где ты, черт тебя дери? Иди сигнала! Мы почти на месте! Куда? Где это я? Направо, направо! Время на исходе! Давайте уходим! Шевелитесь! Где это, черт побери? Вас понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи.
إنهم يقولون من حتم تعظيمنا دعنا نظهر إننا لم نخاشمهم. كشعب واحد يجب أن نحرر أخوتنا من نير احتلال الأجنبي. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Есть попадание! Министр обороны США сообщил, что в операции задействованы значительные силы, а США не позволят Аль-Асаду дестабилизировать регион и проводить дальнейшую захватническую политику. Ты чуешь газ? Да, Комаров.
Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми! Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Всем отрядам, приступить к штурму! Контакт к северо-западу! Соус, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму! Стреляй по второму пулеметчику через стену! Черт! Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что их здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Брэд. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Так помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Цели на северо-восток. Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме. Не так уж сложно, на северо-восточном краю деревни. Сол, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится.
вперед. Вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он. Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути. Конец связи. Пошли, пошли!
Джексон, занять позицию. Thank you.
телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв. Он здесь. Я его слышу. Выполнять!
Чисто! Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть... Сенатор говорит красный лук. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в запись. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход.